Сегодня я буду играть в игру SkyWars. Я в нее зашел впервые, и сейчас мы будем смотреть, что да как тут происходит. Так, союзник, здрасте. Что делать? Да, толку маловато. Так, я вижу, можно открыть сундук, и в нем... О, медь. Это что такое? Блоки, это, и нагрудник даже. Так, а это что за коробочка? Ее можно бросать. Вон там я вижу, люди бегают уже, все такие, оп. Я все блоки как-то не так поставил. Вот. Попробуем еще раз. Вот. Вообще странно строюсь. Вот это что такое? Бежим за мной, союзник. Смотри, как надо все обутывать. Оп, меч взял, сюда пошел. Оп, 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 блоки есть. Побежали-ка дальше. То у меня шлем есть, а штанов нет. С ним пойду. Так, а алмазные сундучки. В них я нашел себе крутые штаны. И, о, там фиолетовые сундуки. Они такие эпичные, наверное, у них что-то крутое. Так, я уже нашел алмазную броню. И вон там вот такие вот как раз таки крутые ящики. Какие-то фиолетовые, наверное, не самые крутые, потому что их очень мало. Так, а мне лучше убежать оттуда. Хоп. О, я нашел алмазный меч. Капубака. Что такое капубака? Сейчас посмотрим. Только доберемся до еще одного сундука, чтобы посмотреть, что у нас там еще есть. Еще одна капубака. Так, а это уже становится интересным, если у меня есть капубаки какие-то. Капубака и зеленые коробочки. Или квадратики. Я проверю на тебе истинную силу капубаки. О. Интересный был звук, и взрывается еще эта капубака. Так. А, что-то он убегает, какой-то трусишка попался. А ну давай сюда, один на один. Я тебя не боюсь. Вообще, я крутой. Так, пока они там дерутся, я себе заберу что-нибудь. Здравствуйте. А с победителем я расправлюсь. Это было гениально. Так, теперь я полный алмазник, и у меня... Я каким-то чудом умудрился выиграть. Так, вот мой второй раунд, и здесь мы оказались на какой-то ферме. Я снова беру свой меч, кирку и броню. Побежали, давай, стройся. Так, я вижу, мы немножечко опоздали, тут из сундуков уже все забрали. Оставили только лук и стрелы. Так, побежали, и попробуем-ка мы стрельнуть из лука. Огонь! Попадание! А, ладно, спрятались. Ну ничего, мы сейчас их догоним и уничтожим. Так, надеюсь, эта вода не кусается. Все крутые сундуки уже пустые. Тут уже все забрали. Ого, у него алмазная броня, лучше я подальше отойду. Тут какой-то трактор стоит. А в тракторе сундук, а в сундуке штанишки золотые. Так, я там вижу, есть сундучки, которые еще никто не осмотрел. А, есть железные штанишки. Так, пока что я ничего интересного не нашел, как в прошлый раз, например, по Буваку. Так, я паркурил. Ого, теперь у меня алмазные штанишки. Одни штанишки только и дают. Попробую пойти к центру. У меня какой-то деревянный нагрудник и все. И очень много врагов в алмазной броне. Так, а кто у нас там на центре, интересно? Сейчас посмотрим. А, это же мой союзник. Пошли мы с тем разберемся, человеком, который там. Здравствуйте. Один на один, бум. Бум. А, ну ладно, один на двоих. Ура, мы победили. Что такое? Терракота желтая. А это что такое? Я не понял. Это что вообще такое? Трава растет на земле. А, тут блоки можно добывать. Так вот. Добываю я землю и могу ее потом ставить. Круто, я даже об этом не знал. Так, у нас вот этот, вижу, алмазник бежит и другой за ним бежит. Ага, ясно. А мы его сейчас убиваем, а того нам нужно добить. А ну-ка давай сюда подошел. Я тебе сейчас покажу, как тут этот... Ну, этот, ну, ты мне ничего не сделал, конечно, ну ладно, все-таки. Он сейчас отхилится, и потом его будет сложно убить, так что его надо сейчас убить. Пойдем. А ну давай сюда! Ой, у меня алмазная броня, откуда? Две капубаки! Получи капубаку! Она его почти убила, кстати. Капубака, ты самое мощное оружие. Реально самое мощное оружие. Ой, меня кто-то тоже капубаку запустил. Так, у нас остался один враг. Да, потому что со своими союзниками я драться и не собираюсь. Получай из лука, давай, я тебя сейчас застрелю. Ого, у него незритовая броня. Получай из лука, давай, все, уходи отсюда, плохой. Все, давай. Вот тебе. Не спрячешься от меня, я потому что этот, застрелю тебя. У него незритовый нагрудник, он вообще такой крутой. Так, давай уже, беги сюда. Че ты боишься? Я тебя сейчас застрелю так. Я меткий. И один выстрел, и все, победа. Меня уже второй раз напугал этот звук, когда побеждаешь, такой громкий. Ура, я смог победить два раза подряд. Вообще круто. Вот такая вот была интересная игра, в которой я выиграл два раза подряд. И думаю, на этом мы будем заканчивать. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. С вами был Wii Games, всем пока.